Под бизнес-классом подразумевается несколько критериев. Во-первых, это транспортная доступность. Допустим, в нашем случае это 20 километров от города, то есть это, в принципе, получается первое жилье, единственное жилье, с которого можно спокойно, комфортно доезжать до рабочего места. Во-вторых, это включаются все коммуникации, то есть газ, вода, электричество, которые на момент заселения функционируют и, в принципе, не создают никакого дискомфорта там, по своему там, уровню оказанных услуг и так далее. Мы предлагаем участки от 10 до 15 соток. С домовладением это будет по ценовой политике от 10 до 17 миллионов. Там у нас все коммуникации центральные, это газ, вода, электричество, поэтому все по счетчикам Ленинградской области. Компания Etica Development выпустила в 2009 году поселок для постоянного проживания бизнес-класса. Это поселок всего в 6 километров от КАДа, это уникальное месторасположение. В принципе, девиз нашей, получается, компании, что клиент может выбирать. Он может выбирать технологию, он может выбирать площадь участка, он может выбирать площадь дома. Соответственно, он строит дом своей мечты. С моей точки зрения, ценовой диапазон как раз не является характеристикой бизнес-класса. Скорее, все продукты на рынке должны отвечать определенным потребительским свойствам, потребительским качествам. В проекте «Особый статус», который мы реализуем, управляющая компания предоставляет помимо стандартного набора услуг, в которые входит охрана территории, как это обычно бывает, уборка, содержание инженерных сетей, содержание дорог, услуги диспетчерского центра, поскольку все домовладения объединены в единую сеть, и контроль за работой инженерного оборудования ведется постоянно, без участия, собственно, клиента. Есть набор проектов, которые выдержаны в едином архитектурном стиле и созданы с единой задумкой в части функционального наполнения. По отношению цены мы не делаем особого такого сильного разграничения четкого, но больше вкладываем именно в тот перечень услуг и четких характеристик поселка бизнес-класса. Это инженерная система обеспечения, достаточно современный и понятный, закрытый характер поселка с круглогодичным проживанием и, соответственно, получение достойной внутренней инфраструктуры. Но мы бы определили его в среднем от 6 до 10 миллионов бизнес-класс, может быть, даже до 12 миллионов. Если мы видим, что приходят к нам люди другого слоя, мы, естественно, сделку не совершаем.